Новый год – время волшебства. В этот раз тебя ждут целых два волшебных подарка. Мега-блокбастеры «Хроники Нарнии» и «Гарри Поттер и узник Азкабана. 15 секунд тут для текста до ебеней. Поехали, тварь ебаная. Новый год – время волшебства. В этот раз тебя ждут целых два волшебных подарка. Мега-блокбастеры «Хроники Нарнии» и «Гарри Поттер и узник Азкабана». Я понял, блядь. Придумай откуда. Говно ебаное, блядь. Эти «Гарри Поттеры», сука, их стрелять надо, бляди ебаные. Язык, блядь, поломаешь в трех местах, блядь. Заебешься с большой буквы «З», блядь. Поехали. Новый... Суки. Ой, бляди грязные. Ой, не могу, сука, блядь. Поехали. Новый год? Это охуенно. Это просто пиздец. Петарды, пьяные мужики. Такие же грязные, немытые бляди. Новый год... Новый год — время волшебства. Сука, блядь. Блядь. Поехали. Ну это пиздец. Мир сошел с ума. Гарри Поттер. Блядь, пиздец. Новый год – время волшебства. По-моему, хорошо сейчас было. Новый год – время волшебства. А в этот раз тебя ждут целых два волшебных подарка. Мега-блокба... Гарри Поттер и узник Азкабана. Вот есть. Новый год – время волшебства. В этот раз тебя ждут целых два волшебных подарка. Мега-блокбастеры «Хроники Нарнии» и «Гарри Поттер и узник Азкабана». С 22 декабря в сети «Киномакс», «Киномир», «Октябрь» в Люберцах, «Иксель» на Дмитровском, «Солярис» на Братиславской. На Братиславской. Заявись, пишем начисто, нахуй.